Здравствуйте, друзья! Я сегодня хотел бы вам показать, как сделать прививки. Вот здесь я зимой поехал, оторвал вот такие ветки для прививок, однолетние ветки. И сейчас хочу сделать прививки на этом. Для этого я что делаю? Беру секатором, аккуратно режу здесь, желательно, чтобы ровно было. Если не ровно будет, то надо ножиком выровнять его. Вот поверхность подготовили, ровная у нас. Дальше. Здесь делаем небольшую, ищем ровную часть. И там делаем разрез. Здесь у меня небольшая выпуклость имеется. Из-за этого я возьму с этой стороны, где у нас ровная часть. Сделаем небольшой прямой разрез вот такой. И эту сторону приподнимем. И эту сторону приподнимем. Слегка. Дальше у нас имеется вот такая штука. Приготовили его. И вода. Опускаем воду. И аккуратненько здесь опускаем его. Чтобы она отклеилась. Вот. Кора, чтобы отклеилась от этого стебля. Дальше берем однолетний побег у нас. Есть, ну, хорошенький возьмем. Вот такой. Поищем здесь, какую часть можно сделать. Вот здесь возьмем сперва. Раз. И аккуратно. Вот здесь смотрим, где у нас почка. Вот где у нас почка. И режем рядом с почкой, вот так. Так, одним срезом желательно резать. Вот так. Выравниваем. Вот. Чтобы от почки большое расстояние не было. Чем выше, тем помех больше будет. Чтобы это высокодвижение вверх поднимается, здесь высыхает. И почка может не выжить. Нежелательно, чем ближе, тем лучше. Дальше. Берем вот так, аккуратно. С этой стороны делаем такой вырез. Дальше смотрим высота нашего разреза и высота его. Сравниваем. Даже она чуть выше получается из-за этого. Еще уменьшаем. Вот. Примерно вот так. Подогнали ровно. Дальше. Вот отсюда тоже немножко убираем. Кожицу тонкий слой, очень тонкий желательно. И отсюда тоже очень тонкий. Вот. Убрали, его подготовили. Сейчас аккуратненько. Его тоже опускаем в воду. Обычную воду смачиваем чуть-чуть, чтобы соприкосновение было хорошее. И так опускаем.
желательно здесь, они должны вот это ровное место. Вот так должно прикасаться, должно с этой, с древесиной. Дальше. Это мы поставили. Но здесь расстояние чуть ниже тоже можно было бы. Ничего, раз уже готово. Я больше трогать не буду. Дальше что мы делаем? Берем изоленту и подготавливаем вот такие веточки. Делаем эти веточки. Вот. Раз. И два. Вот веточки есть у меня. Веточки готовы. Сейчас беру изоленту. Вот. Порезал на две части. Одну часть. Сейчас отклеим. Одну веточку ставим с этой стороны. Вторую с другой стороны. Так. Затягиваем изоленту. Сильно затягиваем. Для чего мы поставили эти палки? Чтобы соприкосновение, вот она толкает кожицу, вот кожицу, кору, и соприкосновение у них получается сильное. Можно там сверху еще изоленту обмотать, а можно вот так шпагатом пройтись. Сильно. Чем сильнее, тем лучше. Лучше заживается и соприкосновение хорошее. Так делаем. Раз узелок. И второй узелок. Дальше берем садовый вар, ножиком аккуратно наносим сюда немножко. Чтобы испаряемости не было. Тонкий слой нанесли. Сейчас. Еще сюда тоже наносим тонкий слой. Все, хватит. Дальше мы сюда берем такую бумагу, левая сторона сверху, вот так деревяшку берем и обматываем. Это мотали палку, здесь завязали, сейчас вытаскиваем, получается вот такая трубочка. Что мы делаем? Аккуратно здесь, чтобы чересчур высокой не было. Немножко порежу его. Немножко порезал. Вот здесь меряем расстояние. Вот так должно быть. Здесь немножко вот так делаем. Так. Ставим, чтобы почку не задеть аккуратно. И снизу привязываем.
Вот. Это помогает для чего делать? Во-первых, белая сторона должна быть сверху для отражения солнечных лучей. Солнце, чтобы нагрузку не давало на почку нашу, на привычное место. Дальше. И здесь образуются парниковые условия. Испаряемость тоже не очень сильная получается. Здесь сохраняется влага, и она не высыхает. Для этого мы его закрываем. Во-первых. Во-вторых, чтобы этот отмор... Основная его функция, чтобы защищать его от морозов. Если резкое похолодание будет, она может высохнуть. Чтобы этого не было, мы его закрываем вот так. Его надо открывать где-то уже когда полностью начнет потепление, тогда только нужно его открывать. А так она из-за резких похолоданий может высохнуть.